Стукнул меня крепко, братишка. Ох. Там сидят братишки. Пишет мне подписчица: я бы на твоем месте с ума сошла, если бы родители мне не давали денег на и не поддерживали морально на флоксетин. Что флоксетин можно за 50 рублей купить по дешевке, ну, без рецепта. Его нельзя купить без рецепта нигде здесь. А родители ненавидят таблетки, хотя сами пьют, ну, а отец вообще не пьет таблетки. Короче, я с ума и так сошел, что не видишь? Я что, ну, нормальный человек, что ли? Я сумасшедший. Таблеток нет, блин. Ой, блин, как мне хреново. Такая сильная грусть. Приложила меня, братишка, по спинному мозгу. Я, может, хоть это бы могло, но не помогает. Надо же, вот интересно, в фильме «Поддых» братишка дал этому, а здесь в реальной жизни по спинному мозгу так. Еще говорит, руку отбило об мою спину. Говорит, нужно дрыном бить. Ну, типа, чтобы руку не отбивать. Ох, как же мне грустно. Я сейчас не шучу. Я могу говорить что угодно, но мне так грустно, черт возьми. Я говорю это в бреду грусти ужасной. Всюду эти автомобили, вон. Кредит взятый. Зачем вы понтуетесь с этими автомобилями? А вот нормальный автомобиль, советский. В деревнях, помню, все ели. На всем ездили. Ездить на таком автомобиле, это как вкус, как земля. Примерно как земля. Как по земле. Ох, смотри, какая дичь буржуйская. Всякая вообще, вот смотри, какая охреневшая. Видишь? Сейчас приближу. Ты посмотри. Вот буржуешь. Вот буржуешь. До чего доводят. Вон идут, ходят люди. А я один. А я... Они вчетвером, а я. 10 штук, 400 рублей. Они вчетвером ходят, а я. Блин. Они меня сейчас пошлют. Они вчетвером ходят, а я. Ах, блин, как мне грустно и одиноко. Может, здесь написано объявление, ищу друга, куплю антиквариат. Вот видишь, буржуи, елочные игрушки СССР, все, бюсты вождей, все скупает буржуи. Кирзовые, офицерские флаги, значки. С тебя нужно эти, сорвать звезды, сорвать с тебя бы. Икон, чугун, буржуй. Что ты делаешь вообще? Видишь, только на картинке счастливые люди, а так, видишь, одинокие люди, я одинокий человек. Ох, как мне грустно, помогите, пожалуйста, я не могу. Как же грустно, черт возьми. Мне так грустно, помогите мне, я отдам тебе все. Со вкусом черники. Поджадничала. Дайте мороженое с
Полюс со вкусом черники за 25. Пожалуйста. Один, два. Один. На, спасибо. Ох, как мне грустно, блин. Вон едет одна, может, я ее знаю, это та, которая, я ее знаю, кажется, наверное, нет, не она, которая сейчас в Петербурге, там я раньше работал, хоть какая-то радость для души была, копаться в помойке, выгребать мусор, ой, а сейчас вообще ничего, уволили меня после того, как меня избили. В 2018 году. И теперь я совсем один, без работы. Как мне грустно, черт возьми. Таблеток нет. Сердце сегодня колотилось, но не от того, что меня стукнуло братишка. А до этого еще колотилось. Хотя я кофе не пил, ничего не это. Закрывается для меня то, что я снимаю. Короче, как обычно, одна касса работает, вы видите, да? Это банально.